Не мог же он с собой таскать груду документов. Есть масса укромных мест, в том числе и банковские сейфы. Разной вместительности. Значит, у какого-нибудь Буратино есть все-таки золотой ключик? Не оплавившийся, надеюсь. Нотариуса нашли? Чего искать-то? Сейчас закончу с мальчиком, займусь нотариусом. Нотариусом займусь я сама. Это почему это интересно? Потому что вы такой слабенький, Андрей Матвеевич. А из вас прямо силы брызжет просто! Будем считать, что обмен любезностями закончен. Нет, ты не просто дура. Ты дура в квадрате. Так, главное понять, как вызвать последнего звонившего. Меню. Жмем меню. Ага. Паспорт, пожалуйста. Извините. Алло, Лиза? Да, я уже здесь. Как ты встречаешь? А почему ни мама, ни отец? Как никто не встречает? Ты только не волнуйся, Ванечка. У тебя есть ключи от квартиры? Да, но... Спросишь внизу у дежурного. Если в квартиру кто-то заходил... Сам туда не входи, а дождись меня за домом в ротунде на берегу. А как я до дома доберусь, тетя Лиз? Я никогда не ездила отсюда и не знаю, как это делается. Это совсем не страшно, мальчик. Страшнее, если на выходе ты увидишь дядю Андрея. Ни в коем случае к нему не приближайся. Нельзя, чтобы он тебя заметил. Алло, Ванечка, ты меня слышишь? Слышу и не понимаю. Ничего не понимаю. Потом я тебе все объясню. Ты мне поверь, не бойся, только дяде Андрею не попадись. А теперь запоминай, как доехать на общественном транспорте. Thank you.
Ну что, проезд оплачивать будем, молодой человек? А у меня нет наличных, у меня только виза. А что это такое? Кредитная карточка. А мы в кредит не возим. Понимаете, я только что прилетел. Меня должны были встретить и не встретили. Вот сволочи. На, держи. А то ведь в метро тебя с визы не пустят. Только с мастер-карт. Ну, проезд оплачиваем, граждане. Нет, 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 вы мне скажите, сегодня еще будет рейс? Из Лондона или через Лондон? 14.07? Спасибо. Она все перепутала. 14.07 был. С таким же успехом ваша пожилая леди может перепутать не только рейс, но и все карты. Нет, 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 на самом деле она сейчас изолирована. Просто она безмозглая, тупая черепаха. Среди черепах тоже попадаются ниндзя. Посмотри, а. 2 часа осталось. Алло, милиция, вас беспокоит Голощапова Елизавета Михайловна. Дело в том, что меня похитили. Нет, выкуп не просят. Это было бы смешно. Но совсем не смешно сидеть в запертой машине 2 часа. Минуточку. Я попытаюсь сейчас восстановить весь маршрут. Только предупреждаю, молодой человек, это не розыгрыш, это совершенно серьезно. Хорошо, соедините с автоинспекцией. Только побыстрее, пожалуйста. Батарейка садится, в телефоне остался 1 квадратик. Вот еще. Не знаю, внесены эти накладные или нет. Ты несу мне бумажки, ты номера диктуй, я проверю. Файл как называется? Поступление файл, так кажется. Сейчас проверим. Клав, как тебя? Федь, глянь, да, для после бани, мне нравится. Делать больше нечего. Повесь товар на место. Ты на такой еще не заработал. Бюджетник. Ну, может, у меня сбережения есть? А на что? На халат. Мне нравится. У меня такого никогда не было. Я такой всегда хотел. Слушай, Санчо, не дури, а? Иди тут рядом Баскин-Робинс, мороженое поешь. А то халат ему, старик Хоттабыч, тоже. Вот и поработали выходной. Не тронь! Я сама. Я слушаю. Да ты что? Где? И не приехал еще? Ну, до ночи ты прошешь ту милицию. Ну-ну. Об этом не волнуйся, я все поняла. Лиза! Алло! Разъединили. Чего ты таращишься? Халат снимай. Зачем? Лизавету нашу в машине запертой бросили в лесу. В какой лес едем? Да не в лес, а домой к ним. Адрес помнишь? Ну, который Манхэттен? Лизин. Это и есть Манхэттен. Ну, мальчик там должен появиться, и всякое может быть. Так, Федечка, ты здесь останешься, все закроешь и сдашь на сигнализацию. Сама запирай, сдавай, я с вами. Тебе тетя что сказала? Не тетя, а отец строго сказал. Давайте без дискуссий. Теряем время. Халат. Я, между прочим, его купить хотел. Магазин закрыт, в понедельник купишь. Мальчик, подойди ко мне, мальчик. Интересно, куда ты так спешишь? Здрасте, вы новенький? Прежде чем задавать вопросы, надо ответить на поставленный. Я здесь живу. Первый раз вижу. Но это потому, что вы новенький, а меня здесь давно не было. В какой квартире? 418. У тебя есть какие-то документы, подтверждающие это? У меня есть ключи. Ключи, мальчик, есть у всех. Паспорт. Международный. Но там нет адреса. Почему вы не пускаете меня? За это я получаю деньги. К тому же квартира пустая. Послушайте, отстаньте от ребенка. Он действительно здесь живет. Дема, Демочка. Я только выполняю свои Демочка, обязанности. Как а собачку надо держать на более коротком поводке, уважаемая. В большей мере это касается вас.
У мальчика горе, а его пытает какой-то вохровец. Вневедомственная охрана не имеет никакого отношения к нашей службе. Тетя Ир. Что, детка? А какое у меня горе, тетя Ир? Да это я так. Пойдем, Дема. Вы не в курсе, какое у меня горе? Мальчик, если ты действительно здесь живешь, проходи. Господин Семирядин, это дежурный консьерж. Вы просили уведомить? Мальчик вернулся. Он поднимается в квартиру. Говорили бы честно, просто спите еще. А я вылетаю. Эй, родители, слышите? Двигаюсь по вашему вызову. Хотя я не пойму, зачем. Сейчас рейс посмотрю. Во, 47-24. Целую, встречайте, а то заблужусь. Я выброшу вас у метро. Очень любезно с вашей стороны. Может, мы вдвоем встретим? Мы уже встретили. А теперь он нас встретит? Нет, я не собираюсь принимать участие в очередной неуклюжей затее, как в триллере категории С. Что это за категория? А это когда идиоты снимают идиотское кино для идиотов. У вас восхитительный юридический сленг. Угу. Но вы обязаны координировать со мной наши общие шаги. Понятно? Ой. Ни вы, ни я ничего больше не координируем. В каком смысле? А кто координирует? Они. Позовут и скажут, что делать. Знаете, я как-то себя чувствую хуже, чем при Кирсанове. Отныне личные чувства не имеют к делу никакого отношения. Чем быстрее вы это поймете, тем будет лучше. Для вас. Ангелина, вам когда-нибудь приходилось слышать, что вы отменная сучка? И не раз. Это очень дорогое профессиональное качество. А что? Нет, ничего. Так, любуюсь. Добрый день. Так, куда? Свои. Куда? Свои в 418-ю. Стоять, я сказал. Если я встану, ты ляжешь. Понял? Мизансцена дошла? Дошла. Я вижу свои, хотел проверить. Ну что, проверил? Проверил. Ага, не вздумай никому звякать. Звякнешь. Через 10 минут будут Коптевские, Ореховские, Мытищинские, Солнцевские, Люберецкие. Тебе это надо? Да не, зачем? Вот хорошо, и мне не надо. Давай, служи. Хуже нет внеплановых разборок. Малина. О.
Как его зовут? Иван. Ваня. Подожди, сам. Ты. Я сам. Вань, но ведь мама жива. Вань, мама жива, ты слышишь меня, Иван? Мама? Мама может умереть. Здесь написано. Да мало ли, что там написано. Она жива, это самое главное. Но папа ведь умер. Почему мама не может умереть? Или я? Мы все умираем, да? Вань, она выживет, если ты ей поможешь. Ты теперь самый главный в доме, понимаешь? Я ребенок. Был ребенком вчера. А сейчас ты мужчина, мужик. Понимаешь? И все теперь на тебе. Если что-то с мамой случится, в этом уже будешь виноват именно ты. Нельзя сейчас отключаться. А газету эту выкинь с головы. Это твое письмо? Я прочту. Знаешь, говорят, через письма человек понятнее становится. Сначала я обижался, а теперь понял. Вы правильно сделали, что закинули меня в этот далекий-далекий пригород Лондона. Далеко-далеко от себя. Я привыкаю быть взрослым и самостоятельным. И даже не хочу больше всплакнуть по вечерам, как это было сначала. Извините, что пишу от руки и по-русски. Компьютеры английские надоели до чертиков. Так что придется вам попотеть, расшифровывая эти каракули. Да и сами вы, пожалуйста, не только звоните, но иногда черкните что-нибудь. Потому что разговор по телефону исчезает, а письма получать радостно, их можно сберечь. Обнимаю вас и Лизу, крепко целую, Кирсанов Иван. Или, как звала Лиза, ваш любящий младшенький. Ну и что, хорошее письмо, совсем не каракули. Вань! Все, Федь, все. Если заплакал, ничего страшного с ним не будет. Плачь, плачь, маленький, плачь. Плачь, это полезно. Это не страшно, а я тебе по спинке поглажу. Вся первая боль и вымыться из организма. Есть жизнь, а в ней смерть. Малыш, и ничего ж тут не поделаешь. Плачь, родной. А мама жива? Жива. Правда? Правда. Она не умрет? Нет, если ты приехал, ты ей поможешь вернуться. Разве смогу? Сможешь. Конечно, сможешь, я знаю. А вы кто? А мы друзья. Да. Друзья ведь тоже могут умереть. Так, Вань, закрыли эту тему. И давай немножко поживем. У меня у самого батя чуть не погиб. Я ему пожить предложил, он согласился. Ну, а ты как? Поживем? Давай поживем. Во, это формула, верняк. Ну, я, может, пока чайку сделаю, а? Идем. Я тебе помогу. А то там у них на кухне такая техника, что ты один не сообразишь, чего там нажимать. Клав, ты дебил, это не делай из меня, ладно? Ладно. Ладно. Ну, ладно. Что за важность? Печка и в Манхэттене печка. Ну, не скажи. Ваня! Ванечка! Лиза! Лиза, ты есть? Да куда же я от тебя денусь? Только, пожалуйста, без слез. Мы все знаем и уже проплакались. Санчо, ты хотел поухаживать за дамами и детьми. Ну? Чего стоишь дуб дубом?
Лизавета Михайловна, покажите, как тут конфорку включить у вас. Видишь, Ванюша, нам плакать не велели. И знаешь, ужасно хочу чаю. Сначала этот мучительный плен, потом милиция допросом измотала. В общем, совершенно обезводилась. Даже на слезы воды не хватает. Вот и хорошо. Здравствуйте, меня зовут Федя. Ну что, показывай, где у вас чашки. Поможешь мне на стол накрывать? Давай, младшенький, помогай. Где у нас чашки? Ну вот, а потом домработница появилась, Лизавета Михайловна. Ох, шустрая тетка. Целая банда получается. Получается. Получается, да. Как же так получается, а? Как же ты так посторонних в дом пустил? А как тут не пустишь, когда шкаф настоящий тебе между бровей стволом чешет? Так это же второй шкаф. Или первый. Или тот же самый. Или второй уже. Чего? Это я так сам собой. Бывает. Точно, бывает. Молодец. Извините, я сейчас. Сиди. Да. Здравствуй, Лиза. Виделись уже. Слушай, что это у тебя за Брестская крепость? Ну, пусти уж, пожалуйста. И не подумаю, одного раза было достаточно. Лиз, послушай меня. Лиз, я тебе все объясню. Дело в том, что это Женя, мой водитель, он вообще по этому делу. Это его личная инициатива. Андрей Матвеевич, вам самому не противно так глупо врать? Господи, что ж ты меня оправдываешь? Я не собираюсь перед тобой оправдываться, дорогая Лизонька. Я просто пришел посмотреть, не остались ли в доме хозяйские документы. Вы же здесь все перерыли, все видели. Я не перерыл, Лиза, а пытался найти. Это разные вещи. Мне необходимы документы для работы. Может, убирала, перекладывала куда-нибудь. Перекладывание документов не входит в круг моих обязанностей. Я никогда не прикасаюсь к бумагам. Ну, хорошо. Лиз, открой. Открой, Лиз. Уходите. Не смей так со мной разговаривать! Так, мне необходимо увидеть Ивана. Нет, не необходимо. Мальчик только стал приходить в себя. Лиза, ты ведешь себя крайне необдуманно. Я вас не пущу. Тогда я тебя тоже не пущу! Куда это? К Ольге не пущу! Да, и вернусь, и уже не один из милиции, и вышвырну тебя, дуру бестолковую, из этой квартиры, чтоб ты знала! Пусть попробует. Один пугал милиции, да, теперь попробуй. Другой. Всего хорошего. Попробуем. Да, да. Да, 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 да. Алло, мама. Да, а что случилось, мама? А что ж ты мне целый день сегодня не звонишь? Ни одного звонка нет, а? Или у тебя просветление в мозгах наступило наконец-то, а? А? Не хамлю, я шучу! Кто это? Партнер Владимира Леонидовича, что-то вроде зама. Замы опасное племя. Документы были? Угу. Важные? Скорее всего, да. Где они теперь? Я их отослала. Ценный бандеролью на свое же имя до востребования. Оригинально. Значит, пока то да сё? Вот именно. Пока то да сё.
Что такое? Склеротичка. Я же забыла у него отобрать ключи от квартиры. Елизавета Михайловна. Да? Хороший спец эту дверь за 3 минуты откроет. Ну, я тогда не знаю. Я знаю. Ванечка, тебе нравится Федя? Да. Понимаешь, тут такое дело. Вот дядя Санчо предложил, и я его поддерживаю. Будет гораздо лучше, если сегодня ты переночуешь на дачу своего нового друга. А ты? А я стану здесь, на всякий случай. Вдруг из больницы позвонят. Надо, чтобы кто-то был на телефоне. А когда я увижу маму? Завтра. Прямо утром встретимся с тобой в отделении. Хорошо? И пойдем к маме? Ну да. Хорошо. Я согласен. Без родителей в доме страшно. Лиза, может, ты тоже к нам? В больницу предупредим, кого надо. Нет, Клавочка, я не могу бросить квартиру. Слишком повышенный к ней интерес. Правильно. Пока меня не уволили, я должна. Тебе вещи какие-то собирать надо? А у меня все в рюкзаке. А я ему сейчас все соберу. Пойдем, младшенький. А можно я фотографию возьму? Там стекло разбито, а рамка целая. Конечно, можно. Федечка, я тебя очень прошу, позвони Лавру, пожалуйста. Зачем? Убьет ведь. Так ведь не всех же. Привет, Лавр. Привет. Давно не виделись. Ты один? Один. И я один. Заходи. А вернее, знаешь что? Нет, не надо заходить. Я тут решил на речке дурака повалять. Вот, вместе и поваляем. Очень все некапитально. Жиденько. Ненадежно. Ты же знаешь, если захотят, и бронированные двери не помогут. Ну, о том и речь. В каком смысле? Ты погоди. Не торопи. Я слышал, у нас царь когда-то был. Он там вроде от престола отрекся и ушел из дворца подаянием жить. Александр Первый. Только сначала он для всех окружающих как бы умер.
Умер? А тебе-то это зачем? Ты вроде смерть не изображал. Нет, меня убивали в натуре. Ты мог бы взять госдачу? Тебе ж предлагали. Сигнализация, охрана. Откуда знаешь, что предлагали? По логике. Всем предлагают. Только по логике? Да нет, не только. Знаешь, не люблю я халяву. А раз сдали, значит, и отнять могут. А тут я сам себе хозяин. Что хочу, то и делаю. Ойли, Лавр. Ну, хватит крутить. Ты сейчас с кем? Ты кто? Ну, я не то чтобы фигура. Совсем не фигура. Мотаюсь по стране, по командировкам. Типа курьера. От самых верхов до самых низов. И черную метку мне доставил, так? Да бог с тобой, Лавр, кто ж тебе черную метку пришлет, если ты с острова Сокровищ добровольно съехал? Ну? Ну, добровольно, но на определенных условиях. Но условия договора по пунктам никто не обговаривал. Но есть вещи очевидные. Даже я это понимаю. Ты? А ты в 100 раз умнее меня. Если кого-то там двигают во всякие верхние, средние, нижние палаты, то рассчитывают на определенные услуги, правильно? Я занят именно нашими делами. Пацановой дикой. А пацановой это не с Марса, между прочим. Там не против. Занимайся, пожалуйста, честно, благородно. Только зачем при этом ссориться с полезными людьми? Кикшиев? Он. Оперативно настучал. Лавр! 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 Что Лавр? Что Лавр? Задницу его целовать? Мы там его решили с руки кормить? Именно, именно с руки. А именно. Я не буду! Какого рожна? В Екатеринбурге. Хомута взяли. Что? Да ладно. Факт. Это кто же себе такое позволить мог? А это общеполитическая тенденция. Не все же министров за жопу трясти. И нашего брата тоже надо. Между прочим, взяли не просто так, а конкретно. С абсолютной гарантией на пожизненное, если только в камере не загнется случайно. Да. Да, трудно поверить, чтобы хомута. Он сам попался. От дурака. Ну и что же мне теперь? А тебе надо с ложечки господина бывшего прокурора Кикшеева так прикормить и пригладить, чтобы он все свои старые связи торчком поставил. Исчезнет хомут. Такая резня и по Уралу, и дальше начнется. На то и расчет. Откуда же у Кикшеева связи? Его же уволили по собственному желанию. Ёлки, Лавр! Есть деньги, есть связи, но ты же знаешь. А деньги будут охренительные. Ведь принципиальный же момент. Или мы все окажемся под кремлевской стеной, или все останется по-прежнему. Философ и сундуки. А что, на ваш корпус посмотреть? Такие дятлы идеологами становятся. Такие интервью эксклюзивные дают. Мороз по коже. Ну ладно, мое дело маленькое, курьерское. Я тебе весточку передал. И восвояси. Так что спасибо за рыбалку на сухую. Приятно было пообщаться с бывшим шефом. А мне это как приятно. Не артачься. Это я тебе по-хорошему, между нами, потому что неправильно поймут. А дюбилеи с пушками, у них на цепи свора, и никакие бронежилеты, никакие бронештаны не спасут. А вот пугать меня, уходя, не надо.
Ты же знаешь, что меня пугать дело невыгодное. Да ладно, ладно. Я знаю, пуганый. Это я по дружбе. Ну что, может, к берегу? Дождь начинается. А тут недалеко. Извини, провожать не буду. Для курьера не расстояние. Извините, скажите, а службы нет? Кончилось. Сегодня раннее было. Да? А как же мне батюшку найти? Которого? Алексей Петрович. Отца Алексея? Ага. Пойдемте, провожу, если примет. Ну, обязан принять. Кого обязан? Душу смятенную. Душу, да. Душу принять должен. Если честно, не ждал вас так рано. Позже ждали. Все когда-нибудь приходят? Ну, я не пришел. Я зашел. Гулял. Мимо. Вижу ваш храм. Думаю, дай зайду. Заведу какой-нибудь теологический спор. А у вас есть какие-нибудь спорные вопросы, Федор Павлович? Или вы просто испугались? Простите, конечно. Я испугался. Мне так показалось. Может, правильно показалось. Был такой фильм. Я название не помню. Черкасов играл. Там они с попом, с такой огромной бородищей. В шахматы играли, и все спорили, 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 спорили. О чем спорили? Да не помню уже, о чем. Забыл, знаете. Забыл. Не видели кино? Ну, такой такой старый, черно-белый. Да Господь с вами, Федор Павлович, я при цветном кино родился. А, ну да. Вы еще молодой. Ну так что ж, может, тогда в шахматишки прошу? Да нет, поздно уже. И потом вас от дел отрывать не хочется. Да нет, что вы. Я как раз домой собирался.
Федор Павлович, и все же. И все же? Есть одна проблема. Ну? Мое расхождение с православным учением. Если одна, не страшно. Страшно, страшно. Я ведь в загробную жизнь не верю, понимаете? В рай не верю, в ад не верю. Ну, не верю. Где он там? Как так? Как так? А так, так, понимаете? Мне однажды пришлось заглянуть за грань. Жизни. Нет, смерти. И я там ведь ничего не увидел. Ни ангелов, ни коридоров, ни родственников, ни близких. Я даже сам себя не увидел. Со стороны. Значит, и на основании видения был сделан вывод. Вывод один, что нет того судьи, который бы нам вынес приговор за наши грехи. Мы сами создаем себе, своими делами создаем себе и боли, и радости будущей жизни. Ничегошеньки вы, Федор Павлович, оригинального не придумали. Это теория кармы, переселение душ. Да мне не важно, как она называется. Мне важно другое. Вот скажите, если человек совершил плохой поступок, но он знает, что он это делает во благо другого человека, то как тут быть с прощением? Вам проще принять Бога и положиться на Него. А, ну да, конечно. Значит, замочил десяток людишек, потом дал денег на храм, поставил крест пятиметровый мраморный, и все, я прощен, да? А как жить? А я не знаю. И все? И что, никакого теологического спора, как в кино? Ну, вы не Черкасов, а у меня не Бруда, Брудище. У меня Бруденка. На простейший вопрос ответить не можете. Хотите крамольное признание? Да. Не могу. И еще одну крамольную вещь скажу. В истинного Спасителя не верите? Ищите Бога внутри себя, пускай Он судит. Нет. Со своим всегда договориться можно. Если Он Бог, не договоритесь. Хотя за подобные сентенции меня уволить могут. Я не настучу. Правда? Зуб даю. Золотой? Нет, нет. Металл-керамик. Ну, пойдет и такой.